Здравствуйте, дорогие мои попутчики по дороге к миллиону. На прошлой беседе мы начали разговор о презентации, и сегодня рассмотрим такой вид, как дудл-презентации, более подробно. В чем основное преимущество дудл-презентации перед другими? Первое. У нее более высокая конверсия в сравнении со стандартными рекламными методиками, и в ряде случаев эффективность такого видео на 50% внушительнее конверсии, которую способны предложить классические направления маркетинга. Второе. На сайте или в соцсети, где присутствует дудл-видео, посетитель проводит в 2 раза больше времени. Это отличительная возможность продать значительно больше, а также оптимизировать поведенческие факторы для успешного SEO-продвижения вашего интернет-ресурса. Третье. Это фактически безграничные возможности, что касается вовлечения потребителя в маркетинговый процесс. Дудл-видео – это долгоиграющий вид рекламы, позволяющий привлекать все новых и новых клиентов на ваш сайт. Таким образом, вы можете увеличить продажи в 3, а то и в 4 раза. Широкая сфера применения – отличный способ презентации не только компании в целом, но и возможность рассказать об уникальных преимуществах предлагаемых товаров и услуг. Сегодня сотни компаний уже используют такой современный инструмент, как дудл-видео. Пятое. Стоит очень дорого. Казалось бы, что в этом хорошего? А положительный момент в этом то, что раз заказчик готов платить дорогую цену, значит действительно от этого есть польза. Ведь не секрет, что самые хорошие вещи, продукты и услуги стоят дорого. А ваша презентация – это как раз тот автомобиль, на котором вы едете к своему миллиону. Вы, конечно, можете со мной не соглашаться, если, конечно, уже доехали до своего миллиона без хороших презентаций. Но я точно знаю, что те, кто едет по дороге к миллиону, уделяют этому вопросу приоритетное внимание. А теперь давайте посмотрим на топ-цен в этой, безусловно, нужной области. Анимационная студия Rhubarb. 2D-видео Doodle от $700. Это 45 500 рублей. Компания Doodle.ru. Первая минута 19 000 рублей, последующие по 6 030 секунд, то есть 12 000 рублей следующая минута. Следующая компания Infomult. Смотрим, сколько здесь стоит. 30 000 рублей. Далее. 47 000 рублей. 27 000 рублей. То есть средняя цена от 50 до 25 000. Вы резонно скажете, что если погуглить, то можно найти и подешевле. Да, конечно, можно. Открываем Google, цена на Doodle ролик, и смотрим. Впереди у нас серьезная студия, которая предлагает по 40 000 рублей за ролик. И дальше пошли уже те, кто предлагает подешевле. Ну вот, смотрим ролики. Тут непонятно. Ну и вот, любой сложности вас цена удивит. И вот Doodle видео за 500 рублей. Смотрим. Doodle видео за 500 рублей. И вот здесь мы смотрим рисованное видео. Ну вот высокий рейтинг, смотрим. Рисованное видео за 500 рублей. Что мы получим? За 500 рублей мы получим один кворк 10 секунд. То есть если нам нужен ролик в среднем около 2 минут, то это получается 500 умножаем на 6, это получается 3000, 6000 ролик. И плюс мы пошли, значит, текст 1000 рублей, диктор 1 минута 1000 рублей, заставка 500 рублей, звуки, наложенные на видео, 500 рублей. А картинка рисует художник в формате 2000 рублей. И правка одного слоя после принятия заказа 500 рублей. Итого мы насчитываем 2, 3, 4,
еще 5 тысяч, то есть около 12 тысяч рублей выйдет нам ролик в любом случае, даже если мы поищем. Конечно, это не 25 и не 40 тысяч, вот, но в среднем от 12 до 15 тысяч вам такой ролик обойдется. И так, в принципе, во всех. Посмотрим других исполнителей, что здесь у нас. Вот то же самое смотрим. Объем услуги 10 секунд. Дополнительные опции. Написание сценария 1000 рублей, дикторская озвучка 1000 рублей. Ну, вот. Титры, текст, слово или фразы перед шрифтом 300 рублей. И пошло, и поехало. Итого у вас наберется за 15 тысяч рублей ролик. Куда же в этой ситуации податься бедному миллионеру, спросите вы? Выход есть. Я могу предложить вам самим научиться делать такие ролики всего за 10 тысяч рублей. То есть, что вы получите за 10 тысяч? Вы получите шаблон, по которому вы сможете делать любую презентацию, как для себя, так и для продажи. То есть, практически вы получаете профессию. Второе. Вы получаете индивидуальное обучение за один день. То есть, вы освоите шаблон всего за один день. И вы сможете уже делать ролики на постоянной основе. Вы сможете обучать других людей. То есть, если вы захотите получать деньги за обучение, вы тоже сможете обучать этому других людей. Ну, то есть, сравнивайте сами. Либо вам купить Doodle ролик от 15 до 50 тысяч, либо за 10 тысяч научиться делать их самому и предлагать эту продукцию уже и другим, то есть, иметь возможность зарабатывать. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. С вами был Владимир Свартаев. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или